Sehr geehrte Damen und Herren, ja. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu können. Ja. Anlässlich des 300-jährigen Bestehens unserer Porzellanmanufaktur präsentieren wir Ihnen unsere neue Jubiläumskollektion Tanzende Affen. Jede dieser Figuren ist einmalig in ihrer Gestaltung und gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl. Und jetzt Vorsicht! Помнишь, ты у Монина зачёты отпроситься пыталась? Вы с Вадиком в Париж собираетесь? Да, Монин топом. Монин сказал: «Надежда, без зачёта по 17 веку вам, дорогая, там делать нечего». Нет, всё, прошло время автостопов. Теперь только рестораны «Мишлен» и закрытые выставки. Слушай, я ради него такие каблуки носить стала, просто не представляешь. Каблуки — это ещё ладно. Я оперу полюбила. Ты в опере давно была? Ладно, ты мне расскажи, что у тебя на личном. Ну, ты забрала последнего принца, так что я... Ну, забрали, положим, до меня. Он женат? Пока да. Извини. Привет, Лёнь. Александра Николаевна. Начальство попросило с вами связаться. Греков? Нет, выше. Хотят поинтересоваться или получить консультацию. Лёня, я боюсь, я больше не занимаюсь. Александра Николаевна, я знаю, но сделайте одолжение. В последний раз очень нужна ваша помощь. Убит коллекционер антиквариата. Александра Николаевна, без вас мы даже не поймем, что там украли. Там полная квартира картин и старинных вещей. А как я? Там список есть. Просто сопоставьте, и станет ясно, за что убили коллекционера. Я вот тоже считаю, да. Что... Ладно. Сейчас приеду. Извини, мне надо бежать. Там коллекционера убили. Сань, ну если уже убили, давай хоть обед закончим. Извини. Ой. Пока. Хорошо, я с тобой, конечно, согласен. Жалко, что вы ничего не слышали. Ну, что может быть, что-то вспомните? Ну, вы знаете. Что-то необычное. Какие-то звуки. Да нет, в этот раз нет. А когда вы в последний раз видели Альберта Насакановича? Деда?
Ну, да. Вчера к нему заезжал за вещами. Поругались? Просто квартиру другую снял. Здесь, сами видите, одному тесно. Ну да. Зато теперь никого. И квартиру можно не снимать, да? Здесь тоже, пожалуйста. Рубен, а как вы думаете, все вещи дедушки на месте? Ничего не пропало? Так сразу и не скажешь. А вы сразу не говорите. Осмотритесь. Мы подождем. Вчера, когда за вещами заезжали, ничего необычного не заметили? Ничего. У него, как всегда, Варвара сидела. Домработница? Любовница. Так ему же... 80. А ей 40. Это ее заколка? Не знаю. Ее спросите. Рубен, а телефон Варвары не дадите? Рубен! Рубен! Здесь что-то стояло. А теперь... Нет, вы не знаете, что? Не знаю. А у вас есть фотография этого серванта? Может, и есть. Здесь стояла обезьянка с бубном, а теперь ее нет. Только странно. Кажется, в списке саакянца ее тоже нет. Рубен, давайте не будем мешать эксперту. Потише. Ознакомьтесь, пожалуйста. Если все верно, распишитесь. Всего доброго. Ничего не понимаю. В доме полно баснословно дорогих вещей. Пикассо подлинники, Вермеер, ломберный столик с инкрустацией 17 века. Вот часы с боем. Красное дерево век... 18. Вот. И среди всего этого великолепия пропала какая-то дешевенькая статуэтка? Вообще, это веймарский фарфор. Ну, пара тысяч евро, не больше, и то лапка отколота. Не та вещица для бизнеса, которым занимался ваш дед. Он эту статуэтку и еще что-то должен был наследнику какого-то немца передать. Вот. Александра Николаевна. Я же говорю. Александра Николаевна, спасибо вам огромное за консультацию. Все ваши выводы будут очень полезны следствию, но в письменном виде. Я могу забрать тетрадь покойного? Изучить в интересах следствия. Он собирал там легенды о вещах, которые покупал. Возьмите и идите. Рубен, давайте поговорим о завещании. Александра Николаевна ушла? Я хотел спросить. Спроси домработницу, не переставляла ли она случайно обезьянку, дешевенькую, 1000 за 2 евро? Понял. Итак, о завещании. Саш, поверишь, испекла пирог. Попробуешь? Можно и пирог. Я
Антиквара убили. Я экспертизу квартиры проводила. С греком. Завязывать тебе с ним надо, вот что я скажу. Там статуэтка пропала. Обезьянка с бубном. Обезьянка с бубном? Танцующие обезьянки. И бог весть, какая ценность. Их 300 штук. Ну, юбилейная коллекция, фабрика известная. Веймар Райнеке Витте. Ее в свое время создали Франц Райнеке и Веймар Витте. Да, измельчали горы. За фарфору обезьянок убивать. Да, Вермеер на месте. Пикассо на месте. А обезьянка? Саш, кусок пирога в рот, жуй и думай о хорошем. Например, как на педикюр сходишь. Ну, хорошо, в театр, в оперу. Ты давно была в опере? Меня уже сегодня это спрашивали. Мужчина? Ну, тогда не считается. И главное, у нее лапка отбита. Альфа-адреноблокатор. Алкоголь еще усилил. То есть раньше ему это лекарство не вредило, а теперь? Повторяю еще раз. В баночке кардиолангин было вещество, не соответствующее названию упаковки. Потерпевший открыл, выпил, и все. А вот что мы нашли в мусорном ведре. На это что? Чек на доставку препарата Адреноблокс, который привел Саакянца к летальному исходу. Можно? Нашли при осмотре места преступления. Ух ты. Доставка на имя Рубена Саакянца. Значит, парень решил, что наследство дедушки лучше, чем сам дедушка. И что? Бред какой-то. Я не заказывал ничего. Я даже не знал, какого лекарства называется. Удивительно. Столько лет жили с дедом под одной крышей, не знали, чем он лечится. Куда вы переехали? Уверен, что вас это не касается. А я уверен, что меня касаются все детали жизни подозреваемых. Я подозреваемый. Ну, как вы думаете, препарат, которым убили вашего деда, пришел на ваше имя? А вам теперь светит огромное наследство. Ладно. Ладно, я уехал жить к моей девушке. Угу. Она, кстати, со мной вчера приезжала за вещами, а там как раз эта Варвара сидела. Вы бы ее проверили. Проверим. Мы обязательно всех проверим. Лень. Сейчас молодой человек даст тебе телефон своей девушки. Сверь показания. Как ее зовут? Спасибо. Вот этот вам. Выбирайте. Привет, Настя. Ты была права. Не будет он разводиться. Только что сказал, зачем ему одну историю у меня. Каблуки — это, конечно, поступок, но... Да какие каблуки? Ну какие каблуки? Я его на старуху Саговскую вывела. Она у него рухляди на такие миллионы может скупить. Год живи в Париже припеваючи. Может, он и будет, только не со мной. Надь, успокойся, пожалуйста, ничего страшного не произошло. Саша, ты что, не понимаешь? Он меня бросил. А давай встретимся и поговорим. Да, давай. Давай завтра или... Я тебе перезвоню. Сашка, спасибо тебе, ты меня все время поддерживаешь. Да, я была здесь вчера. К Альберту еще друг приходил.
У меня дела другие были, и, в общем, я быстро уехала. Если б я знала... А что за друг? Петр Данилович Монин. А Рубен не заходил? Как же? Заходил. С девицей своей. Чемодан с барахлом забрали. А вы Рубена проверьте. Он первый, кто смерти Альберта был бы рад. Это я вам точно говорю. Варвара Юрьевна, вы квартиру внимательно осмотрели? Да. На ваш взгляд, ничего ценного не пропало? Да. Я вам подскажу. Вот здесь, на серванте, стояла статуэтка обезьянка с бубном. Помните? Да. Это вам может показаться, что это очень дорого. А для них так. Магнитики на холодильник. Маленький знак внимания. Он дарил. Ему дарили. То есть из-за нее его убить не могли? Нет. Ну, я так и знал. Вы знали что-нибудь о последних сделках Альберта? Что-то необычное, может быть? Ему... Положите. Спасибо. Фотоаппарат прислали. И несколько фарфоровых статуэток. Я слышала, обещали процент за хлопоты. Но какие хлопоты и какой процент? Знаете, мы с ним про деньги не разговаривали никогда совсем. Я в нем душу ценила. Ну, уговаривали завещать квартиру вам, да? А во втором отделении ансамбль из 12 саксофонов и балалайки. Мне кажется, надо брать. За 20 минут собраться успеешь? Что-то здесь не так. Кажется, что не собор фотографировали, а барак. А собор случайно попал в кадр. Зачем? Зачем барак фотографировать? Есть замечательное свойство психики. Когда о чем-то не думаешь, мозг это подсознательно обрабатывает. Слышала? Прости, Альбинчик, не могу на концерт. Мне надо Грекову срочно. Тебе нужен человек, который вот на этой фразе будет включать тревожную музыку. Смотри, вот здесь написано «Райники» и вложена фотография с бараком. А как мы знаем, у саакянца-то обезьянку, фигурку украли с фабрики «Вейнер, Райники, Витте». Это не совпадение? Извини, в следующий раз обязательно сходим. Еда оттягивает кровь от мозга к желудку. А я уже, между прочим, с консьержем поговорил. Он ничего подозрительного в тот вечер не видел. И с домработницей поговорил. У него репутация и алиби. И Саакянц ей каждый месяц премиальное давал. Зачем ей его убивать? Все равно версию Варвары Рубена мотать надо. Я уверен, оттуда ветер дует. Варвара же вдова, а предыдущий муж ей тоже в дедушке годился. Только когда он умер, он ей ничего, кроме долгов, не оставил. Вот и что я оставалось делать? Найти нового старикашечку, побогаче, чтобы закрыть все долги. И вообще, Саакянц подходил по всем параметрам. Нет, ну, Рубен тоже подходит. Мог из-за наследства убить. Или просто потому, что поругались. А помните, он говорил, что его деду девушка не нравится? Тебя еще долго ждать. Вообще они оба хороши. Но, наконец-то, слава богу. Нормальное дело, без всяких картин в гробах, без тайников в роялях и без всяких искусствоведов. Ты в машину сядешь или нет?
Я все поняла. Обезьянка веймерская. В тетради написано «Веймар, Райники». Вот, понимаешь? Понимаю. У нас два претендента на квартиру, которая забита антиквариатом и драгоценностями. И просто один из этих двоих решил стать наследником раньше. Вот и все. Никаких обезьян. Нет! Нет! Это зацепка. Я чувствую. Давай выясним, что это за фотография, а? Саш, ну мне нужна никакая зацепка. У нас все есть. Послушай, ну мне правда некогда заниматься этими обезьянами, этими старыми фотографиями. Я уверен, что тебе тоже есть что делать. А что сказала Варвара? Ничего, отдала старый фотоаппарат и все. Что за фотоаппарат? Отдай ей фотоаппарат. Александра Николаевна, очень внимательно изучите. Вдруг это тоже зацепка? Угу. Андрей Васильевич, а зачем вы ей отдали фотоаппарат? Если дать ребенку коробку, полную разноцветных пуговиц, и попросить разложить их по цветам, то все, у тебя дома как минимум полчаса тишины. А что, если там правда зацепка? Фотоаппарат старый, немецкий. Но не слишком ценный. В советские времена по его лекалам феды делали. Пленки нет. Потертый, побитый. Но в рабочем состоянии. А, да, нашла одну страну. Здравствуйте. Сейчас я не могу ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Нашла одну странность. На фотоаппарате гравировка латинскими буквами KFW. Может быть, имя владельца? Ну, ничего себе! Привет. Ну, привет. Вот, зашел поздороваться. Получил несколько заказов в Москве. Вот, буду пока здесь жить. Ну, или насовсем, как пойдет. А... Оля? Ну, сейчас, кажется, уехала на море. Потом ее пригласили в Финляндию сниматься. Или в Норвегию, куда-то туда. А так... Мы расстались. Окончательно. Ну, ничего. Бывает... Да. Бывает. Так я, собственно, о чем пришел. Вот, помню, ты любишь морковь, яблоко и киви. Спасибо. Ну ладно. Я пойду распаковываться. А, ты идеальный сосед. Оставайся подольше. Ну и вредный этот Циакенс был. 8 соседей опросил. Никто ничего хорошего про него вспомнить не может. Собак пинал, детей не любил. Полицию вызывал по любому удобному случаю. На ремонт дома не сдавал. Весь подъезд можно в подозреваемые записать. Да нам Рубена с Варварой хватит. Ты его последнее завещание видел? Он же там ей все оставляет. Так может, это она решила его того, пока он завещание не переписал? А лекарство на имя Рубена? Лень, я по телефону на тебя могу что угодно заказать. Да, слушаю. Александра Корзухина, это Стаговская. Мне нужна экспертиза фарфорового изделия. Мне рекомендовали вас. А,
А кто рекомендовал? Вы берете заказ? Да, да, конечно, беру. Просто хотела узнать поподробнее. Веймарский фарфор, обезьянка с бубном. Ничего сверхъестественного. Через полчаса за вами заедет водитель. Андрей Васильевич, здравствуйте. Опять обезьянка с бубнами. Возможно, та самая, которую увезли от Сайкинса. Я перезвоню. Какое вы такое? Вы имеете право работать с предметом оценивания в кабинете не более 6 часов. В течение этого времени вы имеете право выходить в коридор, пользоваться уборной, находящейся в отсеке, пользоваться кулером с водой и кофейным автоматом. До окончания экспертизы выходить из отсека вы не имеете права. Вам все понятно? Тогда распишитесь здесь и здесь. Внутренний телефон для вызова сотрудника банка 2220. Проба подтверждает наличие в основном материале фарфора вкраплений мелких фракций. Изделие изготовлено в 2006 году. Подлинность подтверждаю. Алло? Да, привет, как ты? Ах, жива пока. Тебе Стаговская дозвонилась? Ах, вот как она на меня вышла. Да, она сначала мне предложила. Но знаешь, у меня все как навалилось. Вот я про тебя и вспомнила. Да, я сейчас как раз экспертизу провожу. Ой, все, не буду отвлекать. Увидимся. Давай, пока. Экспертиза окончена. Закончила. Алло, Андрей, привет. Я сделала экспертизу, обезьянка подлинная, но не сайкенс. У нее все лапки на месте. Просто кто-то прислал сообщение. Я разве что-то сказала? Даже если это она. У тебя просто на лице написано. Я принял решение. Я с тобой и с Митькой. Ну, отлично. Это по работе. Это по работе. Я поняла. Что мне еще нужно сделать? Жениться? Ну, если ты выбрал нас с Митькой, докажи это. Какой-то странный узор на постаменте этой обезьянки. Это, конечно, все очень увлекательно, но я знаю, как провести вечер не хуже. Я не пойду на концерт. Конечно.
конечно, не пойдешь. Потому что пойдешь на аукцион. У меня два билета на закрытый аукцион в отеле Толедо. Там выставлена твоя обезьяна с бубном. Приходи в себя. Тебе нужно вечернее платье. Пойду поищу что-нибудь для тебя. А то на твой гардероб надежды мало. Одну обезьянку украли у саакянца. Вторую покупает Стамбовская. Третью выставили на аукцион. Вопрос. С чего вдруг такой ажиотаж? Не могу тебе ответить на этот вопрос. Зато я могу сказать, зачем ты пришел. Вот. Когда Диогена спросили, какое вино он предпочитает, он ответил – чужое. Ну, если чужое не мытое, то свое. Красивая, умная женщина с хорошим аппетитом. Я влюблен. Опять? А может, я и не переставал. Саша, давай сегодня куда-нибудь съездим. На аукцион. Отвезешь? А фуршет? Отец цена высоковат. Спасибо. Александра Корзухина. Эдуард Лисов. Я думала, вы в Питере. Решил дать северной столице немного поскучать по мне. А чем Москва променялась? Господа, сегодня будет определенно очень интересный вечер. Альбина? А как там заказчик? Так и не заплатил? Александра, я и сам тогда оказался в убытке. Хотел вам подогнать в знак благодарности хороший заказ, но, говорят, вы теперь работаете на полицию. Весь питерский бомон следит за вашей новой карьерой. Ну, там ей, по крайней мере, платят за сделанную работу. Милые дамы, добросовестный заказчик – это так ценно и так редко на сегодняшний день. Я, например, собираюсь здесь сегодня таковых найти. О, какие люди! Я рад видеть. Извините. Увидимся. Да-да. Так, я что-то пропустил? Верстаешь. От обоения лесу сегодня никто не скроется. Петр Данилович. Петр Данилович Монин. Я у него училась. Не узнал, что ли, меня? Дамы и господа, прошу вас занять свои места. Аукцион начинается. Итак, лот первый. Чайно-кофейный набор, 5 предметов. Все 5 предметов из серебра. Лекарство, оформленное на имя Рубена, было оплачено с карты Эдуарда Лисова. Это еще кто? Продавец антиквариата. Живет в Питере, часто бывает в Москве. Широко известен в узких кругах. Ну, если верить интернету. Ну, давай, будем изучать этот узкий круг. Александра Николаевна его точно знать должна. Да, я с вами абсолютно. Варвара. Кто? Счастье Ада, черная вдова. Ну, я прошу. Ради денег пойдет на все. Говорят, в обществе слепых числится, чтобы знать, кого вещи выносить. В прошлом году меня из-под носа клиента увела. Подожди. Не та ли это Варвара, любовница покойного саакянца? Вполне возможно. В Юсти. Варя! Ну надо же. Как тут? Я ничего не пропустила. Ну, ты разве пропустишь? И то правда. Купила что-нибудь?
Часы каменные, вторая треть 17 века. Пока все. А обезьянка с бубном? Ее что, не было еще? Будет. А, вот. В 17-м вот. А, точно, 17-м. После перерыва. И она про обезьянку. Странно, правда? Стаговская. Всегда опаздывает, хотя живет над этим залом. В отеле? Да, в первом номере. Самый роскошный люкс. Вообще, у нее дом на острове Камо. Видите, рядом молодой человек, как на нее смотрит. Угу. Это у нас специалист по старушкам. Хм. Как Раскольников? Нет, лучше. Он с ними спит. Они ему отписывают наследство. Хотя у его последней жертвы оказалось еще 4 любовника в разных странах. И Варвара тоже здесь. Промахнулась с наследством-то. Говорят, она последнего своего мужа отравила. А когда оглашали завещание, оказалось, что он ей, кроме долгов, вообще ничего не оставил. Вообще. Аукцион продолжается. Лот номер 16. Картина «Продавец петуха». Школа голландского живописца 17 века Питера де Хоха. Начальная цена 7 500 000. 7 600 000. 7 700 000. 7 700 000 раз. 7 700 000 два. 7 700 003. Продано. И картина «Продавец петуха» отправляется к даме в первом ряду. К Стаговской. Лот номер 17. Обезьянка с бубном. Веймарский фарфор. Эксклюзивная юбилейная коллекция. 2006 год. Начальная цена 200 тысяч. Кто даст больше? 300 тысяч. 400 тысяч. 500 тысяч. 600 тысяч. 700 тысяч. Вот это ажиотаж. 800 тысяч. 900 тысяч. Миллион. 1 100 000. 1 200 000. 1 300 000. Даю 2 000 000. Елена Фридриховна, боюсь, ваш лимит не позволит вам сделать эту ставку. Какой лимит? По просьбе участников клуба вам был установлен финансовый лимит – 9 миллионов. 7 700 000 вы уже потратили на предыдущий лот. Письмо с уведомлением о лимите было направлено вам неделю назад. 3. 1 300 000. Раз. 1 300 000. Два. 1 300 003. Продано. И обезьянка с бубном отправляется к даме в третьем ряду. Я вашу лавочку разгоню. Разорю к чертовой матери. Лот номер 18. Дамская визитница из слоновой кости. 18-19 век. Исключительно тонкая резьба. Интересно, откуда у Варвары столько денег? А почему она их все на обезьянку спустила? Извините. Будете? Да. Ты знаешь Эдуарда Лисова? Можно воды? Я... Конечно. Извините. Да, знаю. Он здесь. На аукционе в отеле Толедо. И Варвара тоже здесь. Понял. Скоро будет. Понаблюдай за ними, но главное за Лисовым. Ага. Прошу. А, там Барский, я пойду. Спасибо. Поприветствую. Ай, я давно мечтала с ними познакомиться. С греком разговариваешь? Ну, вроде да. А я художник, реставратор. Вот люблю фламандцев и современное живопись. А может быть, в
выпьем шампанское? Да. К вам принести? Конечно. Спасибо. Спасибо. А вы чем интересуетесь? Петр Данилович, мы не решили с вами одеваться. Я прошу вас, отстаньте. Нет, я не отстану от вас, пока мы с вами не поговорим. Петр Данилович, мне очень нужно. У меня осталось одно дело, вам должны сегодня обязательно. Вы должны... Нет, Елисова, и глаз на меня не спускаю. Петр, все объясню. Я не отстану от вас, пока мы не решим. Извините. Я прошу, давай не излишь, вот мы сейчас это не узкаем. Ну, что ты хочешь? Сагенца больше нет. Мало ли, что ты ему обещал. Оставьте меня в покое, ради бога. Есть у тебя уже обезьянка с бубном, успокойся. А я хочу эту. Оставь меня в покое. Лисову твоему. Илья, ну я же просила. Там Варвара на Монина нападает. Тут ты Лисова потерял? Саша, Монин вполне жив. Он. Уверен, что и с Лисовым все тоже в порядке. Кажется. Что ты с ним сделал? А я тут при чем? Он только что пробежал тут всклокоченный и без очков. Кстати, полагаю, очки у него без диоптрии. Илья, за Лисовым надо было следить до приезда полиции. Греков уже ездит за ним. Ладно, я сама. Сама. Да что ты? Правда? Алиса, где? Где-то здесь был. И вы к нам. Я же просил 15 минут последить за ним. Это сложно? Я... Мы... Скорую! Скорую сюда! Простите. Извините, пожалуйста. Простите. Допустите. Что у вас? С такой высоты, вы знаете, Так, уберите всех. Господа, покиньте место происшествия. Это со мной. Проходите. Это Греков. У нас труп, отель Толедо. Два наряда пришлите. Ждем, я на месте происшествия. Александра Николаевна, вас это тоже касается. Покиньте помещение. Thank you.
понимаешь, все тянет на несчастный случай. Выпила лишнего, вышла на лестницу, запнулась, наступила на собственный шарф и сама себя им задушила. Но? Да надо быть в хлам. Во-первых, чтобы не суметь выпутаться, а во-вторых, зачем она вообще сюда пошла? Вот это очень хороший вопрос. Зачем выходить на лестницу, на которой никого нет? Чтобы случайно оступиться и задушиться? Ее? Да я откуда знаю? Я же с ней знаком не был. Будем выяснять. Понятно. Значит, скрытие покажет. Товарищ капитан. Да. Там народ беснуется. Мы как, будем здесь показания брать? Или потом всех вызовем? Сейчас совсем разберемся. Давай, пиши протокол. Андрей. Так, я свидетелей не вызывал. Андрей Васильевич, это не несчастный случай, 100%. Варвару убили из-за статуэтки. Здесь вообще такое творится. Александра Николаевна, я вас обязательно выслушаю, но в порядке общей очереди. А сейчас покиньте место происшествия. Но это очень важно. Александра Николаевна, я же сказал, я вас выслушаю, но позже. Выйдите или вас выведут. Очки Лисова. Точно его. Простите. Простите, долго здесь нас будут держать, как преступников? Я вас всех очень прошу успокоиться. Вы сами видите, что ситуация непростая. Сейчас эксперт закончит осмотр тела, и мы приступим к сбору показаний. Господи, какие показания? Я лично ничего не видел. Разберемся. Потерпите, пожалуйста. Знаем мы, как отбираете. Эдуард Лисов? Да. Пройдемте со мной, пожалуйста. Повторяю вам еще раз. Я никакого отношения к ее гибели не имею. И про Саакянца услышал только что. Откуда мне знать, почему он умер? Это старый человек. Масса вариантов. Сердце, почки, сосуды. Что там у него еще было? Это вы как объясните? Какие-то лекарства. Что за бред? Счет ваш. Номер карты ваш. Да, но с какой стати мне покупать Саакянцу лекарства? Вот и мне интересно. Подождите. Да я в этот день был в Санкт-Петербурге. Ну, покупку через интернет-магазин можно оплатить хоть из Магадана. Но я этого не делал. И Варвару я пальцем не трогал. Я вообще в это время общался с одной своей знакомой. Угу. Что за знакомая? Кто она? Вы знаете, а я бы не хотел об этом говорить. У меня семья, дети. Это компрометирует. Угу. А это? Компрометирует? Не надо трогать. Ваши очки? Мои. Они были найдены на месте гибели Варвары. Да, но я не убивал. У меня алиби. Я потерял эти очки, но я не убивал. Напишите, пожалуйста, контакты вашей знакомой. Да, Лень, вы закончили? Почти закончили. Там у Александры Николаевны есть важная информация для вас. Найду. Спасибо. Лень, проследи, пожалуйста, чтобы Эдуарда Борисовича конвоировали по высшим разрядам. Так точно. Мне надо тебе кое-что рассказать, это очень важно. Хорошо. Во всем виновата обезьяна. Чего? Статуэтка. Возможно, их было несколько у Саакянца, и одна из них у Монина. Понимаешь? Нет. Я слышала, как Варвара ругалась с Монином незадолго до ее гибели. А до этого был страшный скандал со Стаговской. Они с Варварой боролись за обезьянку насмерть. Теперь понял? Нет. Но я имею в виду, что Монин и Стаговская тоже попадают под подозрение. Учтите это, пожалуйста, при допросе. Спасибо большое за прекрасный совет. Допрос Монина я с этого и начну, но завтра. А сегодня... Поезжайте, пожалуйста, все домой. Поздно уже. Поехали.
Ну, дорогая. Идем. Водитель ждет. Экспертиза пришла. Отпечатков Лисова на теле Варвары нет. Потожировых следов тоже. Ну и что? Это нам ни о чем не говорит. Меня смущают очки. Слишком откровенная улика. Не мог Лисов так проколоться. К Саакянцу подобрался тонко, хладнокровно. А с Варварой подставился, как мальчишка. То есть вы считаете, что Саакянца и Варвару убил один и тот же человек? А потом подставил Лисову, подбросив очки? Выходит, что так. Охотник за этими обезьянками. Тонко, хладнокровно. Тогда Рубен тоже не тянет на преступника. Не похож он на хладнокровного. Похож, не похож, это не важно. Факты, Леня, факты. Какой кошмар. Сашка, ну, неужели... Неужели Лисов мог убить? Или Монин, или Стаковская. Не может быть. И что, и все это из-за статуэток? Надя, мне нужна твоя помощь. Кто продал Стаковской статуэтку, которую я оценивал? Надя. Надя. Ну, я понимаю, клиенты, репутация, тайны сделки, но... Два трупа. Не знаю. Правда. Самой было очень интересно, но старуха не сказала. Не понимаю, почему всем так нужны эти обезьянки? Что ж за камера у них? Ничего не видно. Как будто кто-то специально взял и отвернул. А с лестницы видео смотрели? 100 раз. Ничего не видно. Вот никогда бы не подумала, что могу так вляпаться. Я ведь знала, что нельзя связываться с женатыми, а все равно. Все, что не прикажешь. Да, это точно. Вот видишь, орнамент. Да, занятный. Как считаешь, у меня нет шансов, да? Не знаю, чужая душа потемки. Ладно, Саш, прости, я достала тебя этой ерундой. Да нет, ничего, я понимаю. Твой фотоаппарат? Нашли в квартире Саакянца. Косвенно по делу проходит. Ясно. Здесь орнамента нет, но есть гравировка. Ты торопишься, да? Договорилась с ним встретиться. Я знаю. Но решила еще раз с ним поговорить. А вдруг? Саш, насчет работы для меня. Если что-то подвернется, я буду тебе благодарна. С такими камерами что угодно делать можно. Хочешь режь, хочешь убивай, хочешь воруй. Хоть каждый день. Как можно было их так направить? Кто их устанавливал? Слепой, что ли? Ну да. Угол, мягко говоря, очень странный. Интересно, почему из всей коллекции танцующих обезьянок и Саговского, и Саакянца, и Варвару интересовали только обезьянки с бубнами? Ну, может, Стаговская, Саакянца и Варвара – большие любители ударных инструментов? Угу. Особенно Стаговская. У нее тонкая душевная организация. Саш, ты хоть ел сегодня? А то со всеми этими расследованиями стало на призрак похоже. Ты совершенно о себе не думаешь. Да, Леня. Александр Николаевич. Удалось выяснить, что незадолго до смерти Саакянц получал посылку из Германии. Да. Отправитель Эдуард Райнеке. Цена посылки 100 000 евро. Все,
В описании фотоаппарат Лейка 42-го года и 4 статуэтки веймарского фарфора «Танцующие обезьянки». Да, именно 4. Это мы проверим. А вот не надо на меня давить. Мы вашего подзащитного и так выпускаем. Да, доказательств недостаточно, но это не значит, что подозрения с него сняты. Да, заходи. Это уж как вам угодно. Всего доброго. Скотина, адвокат Лисова. Ты что, его отпускаешь? Ну а что мне остается? Доказательств нет, видео с камер нет. В отель на охрану звонил, поругался, а толку? Говорят, вот уборщица у нас пришла, камера протиралась, что-то там сдвинула, что-то там сместила. Так, смотри, у нас что получается? Судя по следам на шее Варвары, давление было приличное, плюс легкая гематома на плече. Толкнули? И прихватили за шарф в момент падения. То есть как бы рычаг получился? Точно. Дальше. Следы на бокале в квартире Саакянца Варваре не принадлежат. Так. И заколка тоже не ее. Саша? Эрдель выяснил, что Райнеке завещал все свое состояние жене и сыну в Германии. А 4 статуэтки возможным наследником в России. Ага. Значит, Райнеке знал, что они живут здесь. Но не знал их точного адреса или имен. Многие немцы, которые оставались здесь, меняли фамилии и имена. И Райнеке попросил Саакянца помочь их отыскать в тайне от своей семьи. Отыскать и передать наследникам 4 статуэтки и фотоаппарат. Странно, да? Странно то, почему Саакянц этого не сделал. Решил пожириться? Нет, судя по записям, он пытался, но не сумел. Теперь мы вряд ли узнаем, почему. Давай так. Сначала 4 статуэтки Райнеке отправил в Россию. Ну, допустим, они все были одинаковые. И изначально отправлены Саакянцу. Но убийца украл только одну из них. Значит, одна украдена из квартиры Саакянца. Вторая каким-то странным образом оказалась у Станговской. Некто выставляет ее на аукцион. Почему они вообще оказались в чужих руках? А это могла знать Варвара и Бонин. Надо спросить у него. Где четвертая? У тебя у кого-то в роду не было? Надо искать. О нет, это уже без меня. Я вот каждый раз даю себе слово не впутываться в твои расследования. И каждый раз ты вовлекаешь меня в истории, пользуясь моей добротой. Алло, Надя? Надя, привет. У меня к тебе дело. Ты не знаешь, зачем Стаковская собирает статуэтки? Нет. Обезьянки с бубнами. Одну украли у Саакянца, и за второй убили Варвару. А третья у Стаковской. В этом во всем есть какая-то тайна. И они за ней охотятся. Кто они? Стаковская, Монин и Лисов. И Варвару убили из-за этой статуэтки. Что с тобой?
Лисов. Это он. Убил? Откуда ты знаешь? Да нет же. Лисов мой любовник. Вчера не пришел на свидание. Сегодня трубку не берет. Избегает меня. Петр Данилович, когда вы видели Саакянца последний раз? Саакянца? Угу. Ну, как я сейчас понимаю, незадолго до его смерти. Как он себя чувствовал? Чувствовал? Угу. Как всегда. Ничего особенного я не заметил. Долго пробыли у него? Достаточно. Ушел вечером. Вот во сколько, я не помню. Ну что, нужно назвать имя, да? Ну, в общем, я понял. Я не понимаю, что ищем-то? Я вот соседка здесь, площадка. Клад. Здесь тоже. Да. Так это квартира, я ошибся, командир. Квартира моя собственная. Ну, что я еще могу сказать? Ну, в каких отношениях с соседями? Ну, нормальных, обыкновенных. Понял, обезьяна тебе зачем? Ты что, коллекционер, что ли? Типа того. Пока вы у него были, кто-то заходил? Варвара. А из-за чего у вас с Варварой был конфликт? Да, собственно, никакого конфликта не было. Просто она требовала, чтобы я отдал ей обезьянку, которую Саакянц передал мне на хранение. Передал? При жизни? Или, может быть, вы ее взяли сами? Ну, после. Ну, как это можно? У меня даже расписка есть. Да-да-да, расписку мы проверим. А почему вы не хотели отдавать статуэтку Саакянца Варваре незадолго до ее смерти? Хотите сказать, что и я мог ее убить? Но зачем? Это она мне угрожала, а не я ей. Варвара вам угрожала? Готова была разорвать меня. Альберт просил беречь обезьянку, как зеницу ока, и ждать от него распоряжений. Каких распоряжений? Об этом он обещал сообщить. И не успел. Мистер Жильц. Так, давайте продолжим. Вас, да? Вот здесь, пожалуйста. А там что? Подпись. Моя мастерская. Что? Работаю я там. Что? Или вы мне звоните. Вот моя визитка. Если вы будете дебоширить, советую вам писать заявление в полицию. Где сейчас статуэтка? Ну, как где? У меня дома стоит. Петр Данилович. Я вынужден взять с вас подписку о невыезде. Будьте любезны. И еще один последний вопрос. У вашей обезьянки все лапки целы?
Точно такая же пропала у саакянца. Только у этой лапки целая. Стояла на видном месте. А теперь прошу следить за руками. И... Сын Монина — керамист и пьяница. У него вся мастерская этим завалена. Целый зоопарк. Подделки штампует. Ну а это хоть настоящее? Ну это вопрос к экспертам. Вы же поняли, о ком я? Немец. Хитера? Обезьянку? И изобрел. Немец, хитер, обезьянку изобрел. Альбинчик, привет, это я. Мне опять нужна твоя помощь. Можно разбогатеть. Спекулянт. Ух ты! Вы что, фарфоровый завод ограбили, что ли? Ага, целых два. Вот Леню хочу на рынок отправить, чтобы продал все. Ну, пальчики Монина на бокале в квартире саакянца действительно есть. Значит, не обманул Монин. Отпечатки Варвары и Рубена тоже присутствуют в большом количестве. Ясное дело. Но это еще не все. В квартире был еще кто-то, чьи отпечатки не удалось идентифицировать. А домохозяйка? Проверили, пальчики не ее и не девушки Рубена. Так что в квартире саакянца, помимо них, были еще двое. Конечно, могу ошибаться, но, похоже, это кафедральный собор Петра и Павла в Минске. Что ты ищешь, Заполошный? Компьютер, да? Клавиатуру не кроши. Эрдельва гений. За другого я бы не вышла. Моя дорогая. Женщина, проходите, пожалуйста. Спасибо. Знаешь, что за дачу ложных показаний есть статья? Что? Почему обманул следствие в прошлый раз? Почему не назвал всех, кто проходил к саакянцу? Почему? Тебе есть что скрывать, а? Не-не, я просто... Ко мне друг приходил. Ну, и мы с ним, как говорится... Я понял. Накушались. Ну, я уснул. И поэтому мог всех не увидеть, кто приходил. А друг где? Может, он видел? Сейчас спрошу. Леха! А он что, не уходил с тех пор? Леха! А куда это ты собралась, на наш взгляд? Надо срочно поговорить с Лисовым. Прямо сейчас? Да, это важно. Подожди, Греков в курсе? С каких пор тебя Греков интересует? Ага, значит, не в курсе. В общем, Саша, ты никуда не пойдешь. Нет. Я сказал, ты останешься дома. Это опасные игры. Давай. Успокойся. Садись. Сейчас мы с тобой будем пить чай и болтать о жизни. А тебе какой чай сделать? Черный или зеленый? Вот это да.
Кто еще приходил к Саакянцу? Леха. К Саакянцу? Угу. Да. Крикливая старуха. Орала, аж уши освинела. А что орала? Леха, Леха, да долго не открываем ей. А Валерка-то спал, а я пока эту кнопку ношу, которая открывает. Стаговская. Кто еще приходил? Леха, Леха. Больше никого не припомню. Да. Андрей, мне надо сказать тебе кое-что очень важное. Ну, я не сомневался. Ну. Я. Товарищ капитан. В отеле «Толедо» ограбление. Вскрыт сейф аукционного дома. Так, что украли? Часть экспонатов, которые выставлялись на последних торгах. В том числе статуэтка Варвары, которую она не успела забрать. У меня страховка не покроет все украденное. Это катастрофа. Успокойтесь, разберемся. Да как вы разберетесь? Криминалист сказал, никаких следов. Вор был явно опытный. А что, охрана? Ага, эти вообще себе снимают всю ответственность. Говорят, охрана сейфа, мол, это наше дело. К отелю это не имеет никакого отношения. Значит так, мне нужен список всех сотрудников аукционного дома, у которых был доступ к помещению с сейфом. Ой, последний раз я играю в эти игры. Я вам не курьер. Ну что это все значит? Илюша просил купить себе фруктов. Говорит, больно ты бледная. Какой он милый. Ой, милый, ми-ми-ми. Где-то набралась этой пошлости. И вот я вынуждена была бросить все свои дела и отправиться в супермаркет. Отстоять огромную очередь. Вот почему-то именно в это время всем приспичило пойти в магазин. Ну, ради тебя, детка, я готова даже в метро спуститься. Ты что, и правда 3 дня не ела? Я беременна. Что? От Грикова. Но он не знает. Я надеюсь, ты не собираешься? Ты что? Нет, конечно. Я буду рожать. Слава Богу. Одно умное решение примешь в жизни. Но отцу надо сказать. Зачем? У него семья. Жена. Ребенок. Сама. Выросла. Все-таки ты безумный. Начальник торгов? Он закладывает в сейф предметы торга. Хозяин аукционного дома, ну это понятно. Мастер? Его вызывают проверить ключи, когда в сейф закладываются новые лоты. Ну, правило такое. Ага. Вот он-то мне и нужен.
Ну да, я к Саше бегу. Остынь. На, за стол. Что, опять днем? Видишь, я же тебе говорил, с ней что-то не так. Все с ней нормально. Я купила фруктов, как ты просил. Мы поболтали. Потом она прилегла. По-моему, ты от меня что-то скрываешь. Я ж тебя знаю. Она больна, да? Ну, я бы не стала называть это болезнью. Она ждет ребенка. Значит так. Никаких разговоров с ней на эту тему. О погоде, об искусстве, о книгах это, пожалуйста. Но лишних вопросов не задавать. Понял? Ага. Да я уже 100 лет с ними работаю. Все официально. А в чем заключается ваша работа? Приезжаю в отель, проверяю замок сейфа, чищу его. Ну, а потом они закладывают туда, эти, как его, экспонаты. Угу. Ну и все. В этот раз все было как обычно? Ну да. У меня и квитанция есть об оплате за услуги. Извините, что без звонка. Мне кажется, нам пора поговорить. Андрей Васильевич, принес записи со всех камер в отеле. Молодец, вовремя. Андрей, он же сам не скажет. Я думаю, что вы сами понимаете. Ваше с ним общение вредит всем. Ему, мне, нашему сыну. Вам самой, в конце концов. Да, наверное. Вы такая симпатичная, умная, талантливая. Я уверена, что вы еще встретите своего мужчину, создадите свою семью. Зачем вам чужое счастье? Вы правы. Я вас очень прошу. Оставьте Андрея в покое. Он выбрал нас. Меня. Митю. Но не мучайте вы больше никого. Пожалуйста. Ни себя, ни нас. Не беспокойтесь. Я не буду вам мешать. Спасибо. Окликнул. Так, нужно запросить запись с камеры здания напротив. Ну, и договорились с ней о вечной дружбе и большой любви. Это подделка. Санта-Барбара. Вот ведь гиена не побоялась прийти к тебе. Почему гиена? Она права. Я разрушила их семью.
Нельзя разрушить то, что было разрушено до тебя. Ну, он же вернулся, значит, у них все хорошо. Это тоже подделка. Так. Все обезьянки — подделка. И та, что была в шкафу у Монина, тоже. А это вообще не фарфор, а покрытый глазурью фаянс. Надо Грекову позвонить. Нет. Лучше сообщение напишу. А Монин у вас что? Тоже под подозрением? Ну, конечно. У него нет жесткого алиби на момент убийства Варвара. Дальше. Такой приятный человек. Мы так с ним душевно пообщались на аукционе. Что? Во сколько это было? Я не засекала по секундомеру. Альбич, вспомни, пожалуйста. Это очень важно. Спасибо, Верочка, очень вкусно. На здоровье. Она ничего это, Саша. Милая даже. Мы тут встретились случайно на улице, поболтали. Как это случайно? Обыкновенно. Знаешь, я могла бы с ней подружиться. Зачем? Значит так, я не хочу, чтобы вы общались категорически. Андрюш, а чай? Человека спасли, Альбина Витальевна. Это не я, это Саша. Она меня заставила к вам прийти. Я же не знала, что... Пока мы с Монином разговаривали, Варвару на лестнице убивали. Где мне расписаться? А, вот тут и тут. Здравствуйте, Петр Данилович. А я как раз к вам. Опять допрашиваю. Да нет, у меня к вам всего один вопрос. Вы знали, что в вашем шкафу статуэтка – это подделка? Что? Ну, собственно, как и все, что мастерил ваш сын. Да этого быть не может. Мой эксперт проверил. Денис, мой сын. Вам плохо, Петр Данилович? Держитесь. Сейчас. Алло, скорая! Я его дам. Где статуэтка, Денис? Продал. Мне деньги нужны были. Кому продал? Лизову. Эдуард, хоть и был лучший ученик отца, отец его ненавидел, а я ему продал. Он просто приставал ко мне, чуть не каждый день приходил. Продай эту статуэтку, продай. Я и сделал подделку в шкафу.
Я дурак. Я такой дурак. Да, Альвинчик, не волнуйся, все хорошо, иду к врачу. Нет, не говорила и не собираюсь. Да. Перезвоню. Привет. Привет. Я шел сказать, что Монина в реанимацию забрали. У него сердечный приступ. Какой ужас. А еще я узнал, что сын Монина продал статуэтку Саакян Салисову. Алисов продал ее Стаговской. Ты уверена, что все статуэтки, они фальшивка? Да, абсолютно, конечно. Видно невооруженным взглядом. Дешевый фаянс. Угу. Еще вопрос. Да, зачем ты с Верой встречалась? Я. Я с ней не встречалась. Это случайно получилось. О чем вы говорили? Это что, допрос? А вызывайте повесткой, товарищ капитан. Саша, я не хочу, чтобы вы общались. Это не ваше дело. Саша. Да. Да, я слушаю. Понятно. Спасибо. Монин умер. Варвара. Ой. Как подозреваемая, Варвара мне очень нравилась. Но ее убили. Да. Монин. Монин. Очень подходил. Но он умер. Лисов. Лисов. Хороший кандидат. И живой. Угу. Только у него алиби. Правда, с этим алиби еще разобраться надо. Но вот кто мне действительно интересен. Так это скупщица Стаговская. Стаговская. Лень!
Ты когда этот зоопарк отсюда уберешь? Товарищ капитан, Остоговская. Иусакианца была накануне убийства. И с Варварой сцепилась на аукционе. И статуэтку Монина купила через Лису. Может, и вправду она? Но только не сама, а заказала кому-то. Например, Лисову. Да. Чем дальше в лес, тем злее искусствоведы. Итак, Райники передал Саакянцу 4 обезьянки с бубнами для наследников. А тот или их передал кому-то, или у него их похитили. Саш, а ты уверена, что это хорошая тема для послеобеденной беседы? Надо выяснить имя питерского коллекционера, который обезьянку на торги выставил. Как она вообще к нему попала? И почему он выставил ее на торги после смерти Саакянца? Саш, вот он. Даниил Загорский, питерский коллекционер. Допустим. Они с Саакянцем были друзьями. Они не просто дружили. Они все были однокурсники. Вот. Саакянц, Загорский и Монин. Значит, логично предположить, что Саакянц сам ему обезьянку на хранение отдал, как и Монину. До дальнейшего указания. Может быть, четвертая обезьянка тоже у однокурсника? Это список их курса. А второй страницы имя убийцы вылезет? К сожалению, интернет-поиск этого не выдаст. Вам нужно еще акт подписать, что все имущество возвращено, все статуэтки на месте. Там не все. Ну, я еще не все выставил. Здесь еще вторая коробка, посмотрите. Одной обезьянки там нет. Напрасно время тратить. Где расписаться? Здесь? Тут. Угу. Вы посмотрите, может быть, все на месте. Зачем же вы сразу обвиняете, что чего-то не хватает? Вы одну обезьянку во время обыска не заметили. А ночью папа пришел и забрал ее. Петр Данилович? Он за обезьянкой вернулся. Скоро и за мной придет, значит. Да, я была тот вечер у Саакянца. Во сколько вернулась, спросить у моего водителя. Да, я обязательно спрошу. Значит, вы утверждаете, что заходили к Саакянцу одна, но во сколько ушли, не помните? Саакянц свинья пытался продать мне Вермеера по цене Сикстинской капеллы. Вечер длился бесконечно. Вермеера вы у него в итоге купили? Вы же проводили у него обыск. Вермеер на месте? Значит, не купила. Но обезьянку с бубном забрали.
Обезьянку я купила у Лисова. Забавная вещица, но не настолько, чтобы скупать ее десятками. Но вы пытались перебить ставку Варвары на аукционе. В этом смысл аукциона. Вы же хотели купить вторую обезьянку с бубном. С чего вы взяли? Варвара была найдена мертвой после этих торгов. Этого я уже не видела. Я ушла спать пораньше. Надеюсь, это все вопросы, которые вас интересуют, потому что время для этой увлекательнейшей беседы у меня закончилось. У меня одна просьба. Могу ли я в интересах следствия на время забрать у вас обезьянку с бубном? Нет. Статуэтка подлинная. Вы же затем хотели ее экспроприировать, чтобы уточнить подлинность. Ее подтвердил надежный, высококвалифицированный эксперт. Так что можете не сомневаться. А кто эксперт? Александра Николаевна Корзухина. Ну, а к чаю у нас только чай. А, зато успокоительный. Какой Монин симпатичный в юности был. На Эдика похож. Надя, ну ты... Ну ты что? Он же тебе неделями не звонит. Он тебя пьет. А ты по нему страдаешь? Вообще у него другая семья. У него жена. Ребенок. Но оставь их в покое. Отвлекись на что-нибудь. На работу, например. В магазин сходи. Да. Тебе помогает? Нет. Но не забудь, ты страдаешь по подозреваемому в убийстве. Что? Что-то не то. Кажется, что-то не то сказала. Знаешь что? А давай с тобой в музей сходим, давай? Нет, лучше в оперу. Ой, прости, я забыла, что ты с ним... Я придумала. Клин клина вышибает. Тебе надо зарегистрироваться на сайте знакомств. Так, все, я пошла. Куда? У меня там еще дела. А знаешь, ты с самого начала была права. С Лисовым надо завязывать. Да. Не знаю, в чем его там подозревают, но с меня хватит. Он способен на все, я знаю. И если что, знаю я. Я у тебя есть, я тебе всегда напомню, что ты решила его бросить. Пока. Да. Алло? Привет. А ты с подругой своей, Надей Пряхиной, давно общалась? Да, она только что от меня ушла. Я до нее дозвониться не могу. А она, наверное, трубку не берет. Думает, что Лисов ей с другого телефона звонит. Ну, а что ты ей про него рассказал? А ей ничего не надо про него рассказывать. Она сама все знает. Сначала скрыла, что женат. Потом, когда выяснилось, обещал уйти от жены. Это все пока ему по работе. Ее связи нужны были. А сейчас вообще ее избил. Представляешь? Понятно. Если до Нади дозвонишься, попроси ее ко мне зайти в отдел. Конечно, я сейчас ей дозвонюсь.
Послушайте греков. Не пробовали работать с другими людьми? А то что получается? Варвару я убил. Может быть, Монина тоже я убил? Мы в своих методах очень разнообразны. Позвольте, я поухожу за вами. Кофе хотите? Ваше алиби держится только на показаниях вашей любовницы. Бывшей любовницы. Бывшей. Которую мы, кстати, найти не можем. А учитывая то, что вы оказываете на свидетельницу давление, в том числе физическое, вы кому там звоните? Адвокату? Правильно, давно пора. Я звоню не адвокату. Я звоню Надежде. Я хочу при вас оказать на нее моральное или аморальное давление. Пусть, наконец, расскажет, где мы были в тот вечер и чем занимались. С вами, конечно, очень интересно, но, знаете, пора и честь знать. Грек, а вы действительно думаете, что это кофе? Виктор Носик, медвежатник. Регулярно вскрывает сейфы и также регулярно за это сидит. Проходил подозреваемым по делу, где наш мастер по сейфам свидетелем был. Отлично. Нужно найти Носика и заказчика. Так может, они для себя? Для себя, Леня, они бы деньги крали. А антиквариат — это огромная проблема, его еще потом продать нужно. Что там с Денисом Мониным? Да ничего нового. Пьет. Говорит, папа к нему приходил. Статуэтку забрал, которую я не заметил. А ты статуэтку не заметил? Да в плане мертвый папа приходил и забрал несуществующую статуэтку. Белочка у него. Я всех обезьянок забрал и уже обратно вернул. Значит так, Лень, объявляй Носик в розыск, а я до Пряхиной доеду. Как-то слишком неожиданно она исчезла. Не нравится мне все это. Что ж вы, молодой человек, ловитесь? Нету их. А где они? В Хабаровске. У сына. 2 месяца, как уже уехала. Надя? Мать ее. А Надюха здесь редко появляется. Не нравится ей здесь. Квартиру где-то снимает. Квартиру снимает? А где? Понятия не имею. Вот ее фотография. И вот еще. Это студенческие. Может, в компьютере что-то есть? Я посмотрел ее аккаунт, но там ничего, кроме кошечек да цветочков. Это потому, что ты у нее не в друзьях. Сейчас. Ты правда думаешь, что с ней что-то случилось? Да просто она не явилась. Найти ее мы не можем. Лисов говорит, что она единственный его свидетель. И что в момент убийства Варвары он был с ней. Но зачем ее убивать? Ну, отношение штука нерациональна. А если серьезно, она единственная, кто мог обеспечить его алиби. Возможно, она отказалась. А ты не знаешь адрес съемной квартиры, Надя? Mm-hmm. То есть ты знала, что она не живет дома и мне не сказала? Ладно. Адрес напиши, пожалуйста. Ладно, поеду я. Подругу твою искать.
Да. Да, заезжал по работе. Я надеюсь, ты не будешь по этому поводу истерику устраивать? Разумеется, нет. У тебя серьезная работа, и ты же не виноват, что из-за нее тебе приходится. Вер, ты зачем звонила? Что? А, пирог. С мясом из печи или с капустой? С мясом. Или с капустой. Все равно. Хорошо. Очень жду тебя. Мы с Митей очень ждем. Постараюсь быть не больно. Добрый день. Уже уходите? Я? Ну да. Да. Я ухожу. Да, мы бы хотели пригласить Антонину Владимировну на встречу выпускников курса. Примите мои соболезнования. До свидания. Умерла 2 года назад. Из всего курса, кроме Загорского, только один остался, и тот в глубоком Альцгеймере. Вряд ли бы Саакянц ему статуэтку доверил. Ты с Загорским говорила? Да, говорила. Та же история, что и с Мониным. Саакянц ему статуэтку передал, что сделать не сказал, потом взял и помер, и Загорский выставил ее на торги. Саша, а ты чего такая? Да я боюсь, что с Надей что-то случилось. Но на телефон не отвечает. Раз идут длинные гудки, значит, она как минимум заряжает телефон. Вряд ли убийца стал бы этим заниматься. Может, тебе водички? Просто тебе нельзя волноваться. Нет, нет, все нормально. Хочешь, дальше я по списку звонить буду? Так. Да, Яков Михайлович, ко мне ворвались 2 юнца. Переворачивают номер, называют это обыском. Пришли какими-то бумажками, какими-то корочками. Разберитесь, будьте любезны. Что это за? Так, понятые, подойдите, пожалуйста. Вадим, снимай. Сейчас подойду. Яков Михайлович. Не думаю, что вы когда-нибудь еще раз воспользуетесь моими услугами. Всего доброго. Да, сейчас сниму здесь. Елена Фридриховна, может, пора начать сотрудничать со следствием? Что за осколки? Андрей Васильевич. Готово. Посмотрите. Снял, да. Так, ну что там у тебя? Это не ты, подойдите, пожалуйста. Вадим, снимай. Да, здравствуйте. Я хотела бы поговорить с Зинаидой Викторовной. Это вы? Зинаида Викторовна, мы бы хотели пригласить вас в институт на встречу выпускников. Вашего курса. Скажите, пожалуйста, нам точный адрес. Мы вышлем вам официальное приглашение. Угу. Пишу, да. Вы заплатили баснословные деньги за этих обезьянок, чтобы разбить?
что за цифры внутри? Номер телефона, код, номер счета. В каком порядке должны идти эти обезьяны? Странно, что адвокат задерживается. Пробки, вероятно. Значит так. Некий Райнике передал Саакянцу 4 статуэтки и фотоаппарат, чтобы он передал их наследнику. Угу. Но Саакянц вместо этого взял и раздал друзьям. Вопрос. Почему? Боялся хранить дома? Может, ему кто-то угрожал? Вот. И этот кто-то знает, в чем секрет. И готов за этот секрет убить. Надо ехать к Зинаиде Викторовне. Саша, ты написала СМС Грекову. Ну что? А может быть, он не прочитал? Или вообще решил, что это не важно? Он же пока труп не увидит, он мне не поверит. Но тебе их не обязательно. Обязательно. Значит так, ты собирайся. Я пойду, зайду к Арделию и занесу ему барбарис. Он меня за ним на рынок посылал. Да, и кстати, Саш, готовься, вечером будет плов. А вот вы не спорьте. Альберт со мной никогда не спорил. Вот. И Петя Монин, вот тоже. Знал, что со мной спорить совершенно бесполезно, невозможно. А он у нас на курсе был самый хулиганистый, но со мной никогда не спорил. Зинаида Викторовна, я мед не люблю. Ой, вот этот вы полюбите, еще добавку попросите. Спасибо. И базилик. Базилик. Ой, с моего огорода, между прочим. Все, терпите, терпите, товарищ капитан, раз вы ко мне зашли. Ко мне ведь никто не ходит. Да, и некого чаем напоить. Совсем никого? Да. Детей не завела, внуков тоже нет. А друзья? Ну, в нашем возрасте, друзья, знаете, дело такое хрупкое, скоротечное. Вот Альберт, он еще в институте говорил, что я его переживу. А я не верю. Значит, обычно никто не заходит, а в последнее время? Обычно. Обычно нет. Но сегодняшний день прямо из ряда вон выходящий. Я уж грешным делом подумала на затмение. Вы знаете, что завтра лунное затмение? Нет? И? О! Сегодня вы у меня третий посетитель. Ну, во-первых, приходил милейший молодой человек по объявлению об антиквариате. А никакого объявления я, правда, не давала. Но вот этого антиквариата, а если по-честному, то хлама, у меня вот пруд пруди. Молодой человек даже присмотрел кое-что. И даже купил, представляете себе? Наверное, обезьянку с бубном хотел купить. Угадали, хотел. Но я не продала, конечно. Альберт настрого наказал сохранить обезьянку. И хотя он умер, я все-таки слово свое сдержу. Обезьянка останется у меня. Молодой человек брал ее в руки? Да. Вы рядом были? Да. Он мог ее подменить? Нет. Я же рядом была. Хорошо. Кто еще приходил? Девушка из Собеса хотела помочь по хозяйству, я отказалась. Я привыкла все делать сама. Описать ее сможете? Да. Строгого вида, в очках и с такой гулькой на голове, как у учительниц. Вот, прилично, но очень скромно одета и, ну, наверное, лет 30, не больше. Ну, что я еще скажу? Я ведь не особо присматривалась. Из Собеса, говорите? Да, из Собеса. Ну, они там помогают мусор вынести, там, в магазин сходить, полы вымыть. Понятно. Вот. Лёнь, позвони, пожалуйста, в Собес Ленинского района и узнай, не прислали ли они соцработников в помощь пенсионерам. Давай, жду.
Понял. Сейчас сделаю. Зинаида Викторовна. Да. Не эта девушка к вам из Сабис приходила? Внимательно посмотрите, пожалуйста. Может, она? Может, не она? Нет, лицо мне не запомнилось. Нет, это моложе. Да, и типаж не тот. Я же вам говорила, та, которая приходила, она, ну, на учительницу похожа. Нет, точно, это не она. Ясно. Угу. А синяков или каких-нибудь следов побоев на учительнице не было? Это я не видела. Я же без очков была. Ну, в общем, она меня уговорила. Она сказала, что иначе ей не заплатят. Ну, я дала ей полы вымыть. Хотя полы у меня чистые. И девушка очень просила. Она так настаивала, наверное, ей деньги нужны. Она, наверное, тоже про обезьянку спрашивала? Нет. Полы вымыла и ушла. А после ее ухода вы проверяли? Обезьянка на месте? Человек, что вы меня пугаете? Нет, не трогайте, пожалуйста. Спасибо. Мне придется забрать на экспертизу. Под роспись, конечно. Леня, Лисова надо брать. С поличным и по-тихому. И продолжай искать Пряхину. Я тебе говорю, вход с внутренней стороны двора. А я решила поехать к Зинаиде Викторовне. Боюсь, что это... Подделка. Незаменимость эксперта под угрозой. Возьми себе. Оформим под протокол, чтобы все правильно было. Хорошо. Из дома никуда не выходи. Чтобы никакой самодеятельности. Никому не давал. Сегодня спускаюсь. Вуаля! Илюшенька, сгоняй к нам, принеси помидоры и базилик из холодильника. Живо, 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 миленький. Давай, вот давай. Так всегда. Мирденчик, давай попробуем. Это наслаждение. Да, Андрей. Саша. Денис Монин. Умер. Его тоже убили? Сейчас она убежит раньше, чем ты ей плов положишь. Не знаю, похоже, что допился. Но ничего нельзя исключать. Я тебя очень прошу, из дома никуда не выходи, и пусть все время кто-нибудь будет рядом. Не оставайся одна. Хорошо, хорошо, я не буду одна. Она не будет одна. Илюша, ты дверь на ключ закрой, а то наш детектив сейчас снова на дело убежит. Оп. Ловлю. Друзья мои, давайте пробуем. Саша, иди к нам. Ура! Давай, дед, скорее накладывай, а то я сейчас воду умру.
Здравствуйте. Здравствуйте. Передайте это, пожалуйста, Елене Фридриховне Стаговской. Эдуард Борисович Лисов? Да. Вы должны проехать с нами. Парни. Опять? У меня дела, извините. А вот этого не имеете права делать. Это частная собственность. А вы уверены, что это ваша частная собственность? Понятые! Андрей, ну да, это подделка. И, похоже, опять Монинская. Сейчас отчет напишу. Отлично, спасибо. Буду ждать. Ну, что у нас? Ну, в общем, если коротко, пьянство убивает. Денис Молинс только выпил, что печень не выдержал. Ну да, я видел бутылок 5 пустых из-под водки в его мастерской. А вот тут самое интересное. На всех бутылках водки полно отпечатков Дениса, а на виске нет. А чьи есть? Да ничьих нет, стерты. А что внутри? Да внутри нормальные виски, я такой брал недавно тестю. Я же говорю, дело не в качестве выпитого, а в количестве. Значит, там был кто-то еще? Я, кстати, проверил. В соседнем магазине, откуда водка, такой виски не продается. Так что товарищ, который пальчики стер, купил его где-то заранее. И еще, соседей я опросил. У него был кто-то в этот вечер. По описанию очень похож на Лисова. Да там по всей квартире полно его отпечатков. Ну так Лисов и не отрицал, что бывал в мастерской Дениса. Нет, отпечатки свежие. Значит, буду припирать Лисова к стенке. Так, Лень. Поезжай к Александре Николаевне, отвези ей новую обезьянку на экспертизу и донышки с цифрами, то, что мы у Стаговской изъяли. И не надо так дышать и на меня смотреть. Пока Александра Николаевна при деле, значит, у нас спокойный вечер. Если повезет, спокойная ночь. А если очень повезет, то и утро. А ты... Не. У меня день рождения у тещи. Я вообще до полуночи домой обещался. Давай, дуй. Че сидим? Лисову ко мне приведите, пожалуйста. У вас все двери открыты. А, Лёнь, заходи, привет. Вот это та обезьянка, которую украли у Зинаиды Викторовны. Вот. А это та, которую нашли при обыске у Стаговской. Андрей Васильевич хочет к вам охрану представить, но это уже, наверное, завтра. Ну ничего. До завтра продержусь. Да не помню я, откуда эта статуэтка. Ну купил у кого-то, с рук, в центре, на днях. Я не помню. Как у вас все неопределенно? А вот следствие установило, что эту статуэтку вы украли у Зинаиды Викторовны Комовой. Что вы говорите? Угу. Как интересно. А еще интереснее, когда вы последний раз видели Дениса Монина. Знаете что? Позвоню-ка я адвокату. Позвоните. Угу. Еще Надежде Пряхиной позвоните, которая загадочным образом исчезла. Алиби ваше не подтверждено, плюс кража статуэтки, плюс Денис Монин, с которым вы встречались непосредственно перед его смертью. Машенька, солнце мое, здравствуй. Как у тебя дела? А ты говорила, у тебя хороший адвокат есть? Заходи, забирай. Да, нужен. Сегодня.
Как там Александра Николаевна? Сказал, что охрану вы пришлете к ней завтра. Черт, надо было сегодня. Сам к ней поеду. Андрей Васильевич, дверь она закрыла, я проверил. Ну что там может случиться до утра? Да иду я. Иду. Хитер, обезьянку изобрел цифры. Цифры. Цифры на статуэтках, а пословица на орнаменте. Это порядок, в котором должны стоять обезьянки. То есть цифры. Я разгадала. Я поняла, в какой последовательности должны стоять обезьянки. Немец хитер, обезьянку изобрел. Саша, ты на часы смотрела? Мне вставать в 6. Сейчас 2 часа ночи. Дай, пожалуйста, поспать без всяких обезьян. Ой. У нее совсем нет личной жизни? В 2 часа ночи звонить? Я не знаю. Не интересовался. Стали гулять.
Я с ней поговорю. Ну, невозможно же. Это из-за дела. Да. Понял. Скоро буду. У нас труп. Надежду Пряхину убили. Чего тебе, Мишель? Привет. Привет. Осторожно, он все в крови. Туфли нашли женские. Вот кусок платья и бардачки. Сумка дамская. А сумка что? Не знаю, не смотрел еще. Похоже, тут кого-то тащили. К реке. Определенно. Ну и? Если что, я плохо помню. Если что, Леня, труп сам всплывет. Рять не придется. Вообще, течение быстрое. Могло далеко отнести.
Сейчас я не могу ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Андрей Васильевич, экспертиза. Заходи, Мишель. Оперативно. На премию идешь? Так, на обрывке платья Надежды Пряхиной обнаружена кровь двух разных типов. Мужская и женская. Серьезная битва была. Надо полагать. Обер-лейтенант Эдуард Райнеке. Командир связного взвода. Ага. 277-й полк, 83-я пехотная дивизия. 17 января 1943 года. Немецкий гарнизон в Великих Луках сложил оружие и сдался в плен. Мужская кровь на платье Пряхиной принадлежит Лисову. Почему-то я не удивлен. Да, Греков. Ух, молодцы какие. И что там? Понятно, благодарю. Эксперты сравнили ДНК с вещей, которые мы взяли в квартире Пряхиной. Ну что? Кровь на платье ее. На туфли ее. Что-то не сходится во всей этой истории. Это вы о чем? Возможно, Пряхина как-то участвовала во всех этих махинациях с этими статуэтками. Нужно, кстати, видео с камер наблюдения в отеле еще раз проверить. Возможно, она просто обеспечивала Лисову алиби. А возможно, она работала вместе с ним, но находилась в тени. А потом Лисов сам захотел рулить и убил Надежду. Так сходится? Да нет, улика слишком явная. И кровь Лисова на платье Надежды, и его очки рядом с телом Варвары. Я не верю, что Лисов так грязно работает. Эрдель, вы не могли бы через ваших знакомых в Германии еще кое-что выяснить? Ну и что? Как что? Ваша кровь на ее платье. Ваши отпечатки пальцев в машине. Это ничего не значит. Я встретился с Надей для того, чтобы уговорить ее пойти в полицию и написать признание. А Пряхина отказалась, вы решили ее убить? Это давление. Вы задаете сейчас провокационные вопросы. Да она сама затащила меня в эту машину. Вела себя как сумасшедшая, требовала статуэтку, дралась. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. А убить себя она тоже вас сама попросила? Что? Послушайте, я не понимаю, это у вас провокация какая-то, что ли? Предположим, Надю действительно убили. Но я этого не делал. Напротив, я старался решить вопрос полюбовно. Я даже обещал ей процент от продажи статуэтки Стаговской. Минутку. Стаговская? Это Стаговская? Послушайте, Греков, вам не приходило в голову, что она меня подставила? Стаговская вас подставила. Стаговская? А чему вы так удивляетесь? О-о-о! Эта старушка способна на все. Да она же как помешанная из-за этих чертовых статуэток. Зачем мне из-за них кого-то убивать? Или Надя. Хотела отомстить мне за то, что я ее не люблю. Знаете, лучше не иметь дела с брошенными женщинами. Это точно. Леня! Да, да, и осталось найти старые домовые книги. Где? Здравствуйте. Эрдель, спасибо вам огромное, что бы я без вас делала. Товарищ капитан, смотрите, что я нашел. Стаговская составила завещание. А, хорошо, Стаговская, Лев. Угу. Райнеке? Надежда Райнеке? Ну-ка, открой мне базу МВД. Вот. Так, Райнеке, Надежда. Ага. Девичья фамилия Пряхина и Райнеке. На вечер пусть там. Добрый день. Привет. Я звонила, не могла дозвониться. У меня телефон разрядился. Проходи. У меня новости. Вы ее нашли?
Она жива? Андрей? Скорее всего, нет. Сейчас водолазы ищут ее тело. Нет, не может быть. Как же так? Кто? Кто это сделал? Все указывает на Лису. Она же меня так просила. Она плакала, чтобы я ей помогла, а я... Лень, воды принеси, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, я тоже виноват. Раньше нужно было сообразить. Я упустил. Андрей, я хочу тебе сказать. Добрый день. Я, наверное, помешала вам решать рабочие вопросы? Нет, мы уже все решили. Бедная женщина. Это ж надо так себя не уважать. Садись, ешь, пока горячая. Суп принесла. М? Андрей, гастрит — это не шутки. И ведь не девочка уж. Стыдно бегать за чужим мужем. В таком-то возрасте. Черт возьми, да хватит уже, я устал это слушать. У Саши вообще-то подруга погибла, а ты все о своем. И перестань таскать мне сюда еду. Я не маленький. Столовая есть, могу дойти. Андрюш, я... же... Прости. Прости, пожалуйста. Я просто очень устал. В тетради у Саакянца я нашла какой-то адрес. Ага. А под ним подпись. Райники, видишь? Угу. Адрес питерский, а у Лисова бабушка живет в Питере. И тут меня осенило. Кто наследник Райники? Ну? Лисов. Как ты догадалась? В Питере у многих родственники. Начну издалека. В немецком фольклоре есть такой персонаж. Хитрый лис. По-немецки? Райники. А по-русски лис, лисов. По-моему, это как-то притянуто за уши. Звучит неубедительно, Саша. Слушай дальше. Немец хитер, обезьянку изобрел. Пословица. Появилась в 17 веке. С немцем понятно, они там всякие изобретали мудреные штуки, механизмы всякие, но... Почему обезьянка? Да, кстати, почему? В это время появляются уличные театры с дрессированными обезьянками. Народ в шоке, как же так, как можно научить обезьянку всяким трюкам, но... Немец хитер. Обезьянку изобрел? Именно. И постепенно пословица приобретает иной смысл. Немец хитер, то есть переворачивает все с ног на голову, а обезьянка – символ изменчивости. Или подделки. Ух ты!
Андрюш. Давай родим маленького. Что? У Митьки будет братик. Или даже сестренка. Ну, не знаю. Ты что, не хочешь? Я? Почему? Хочу, наверное. Я порылась в архивах и военных сводках. В этом доме жила Марта Райнеке. Ты думаешь, это первая жена Эдуарда Райнеке? Верно мыслишь. И она оставила зашифрованное послание мужу. Что они поменяли фамилию Райнеке на Лисовых. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что Эдик Лисов – это внук немца Эдуарда Райнеке? Хочу поехать в Питер, поговорить с бабушкой Эдика. Слава богу, она еще жива. Слушай, а Лисов когда-нибудь рассказывал про дедушку? Говорил, что погиб на войне. Но теперь я понимаю, что это не так. Ух ты, какой крутой аппарат. Да. Только вот эти буквы видишь? Ага. Для меня до сих пор остались загадкой. Ты знаешь, что-то очень знакомое. То ли это логотип, то ли еще что-то. Не могу вспомнить, может, позже. Да. Определенно надо ехать в Питер. Лень, смотри. Отпечатки из квартиры Саакянца на бокале и на женской заколке совпадают с отпечатками, которые найдены в квартире Пряхина. Значит, получается, что у Саакянца была не только Стоговская, ага, а еще и Пряхина. Получается. Что у тебя? Сравнительная экспертиза по отпечаткам из квартиры Зинаиды Викторовны. Ага. Опять Пряхина. Ну, кто же из них двоих с Лисовым-то статуэтку у старушки поменял? Зато у Монина ее следов нет. Да у Монина Лисов сам разобрался. Получается, Пряхина работала на Лисова? Скорее, на Стоговскую. Лень, что ты на меня так смотришь, а? Ну вот же тебе мотив для убийства. Надя первая добралась до статуэтки пенсионерки Комовой. Жаль, Эдик не смог сам приехать. А, да, он очень занят и просил вам передать большой привет. Да-да, он всегда занят для того, чтобы меня навестить. Так вы пишете о русских немцах? Да. Хорошо. Это хорошо, что хоть вам интересна история нашей семьи. Раньше приходилось скрывать. Теперь можно рассказать. Только слушать некому. Я всю жизнь прожила в страхе. Первый раз. За столько лет я кому-то это скажу. Но ведь не Мария, а Марта Генриховна, верно? Да, так. Мой муж, дедушка Эдика, вот он на фотографии.
Тут он совсем еще мальчик. Совсем немного фотографий сохранилось. Так вот, мой муж – потомок Франца Райники. Слышали о таком? Да, конечно. Известный немецкий скульптор. Да, правильно. Один из первых авторов фарфоровых статуэток Веймарской фабрики. А как вы попали в Питер, Марта Генриховна? В 42-м мы приехали с мужем в Минск. Там у нас родилась Лора. Потом Эдуарда взяли в плен, как немецкого офицера. Пришлось бежать из Белоруссии, поменяв и фамилию, и имя. Так было безопаснее. Поселились с Лорой и дочкой в Питере. И стали Марией Лисовой, а Лора, дочка, Ларисой. Так? А сына она в память о деде назвала Эдуардом? Да. Так. Только Лора уже умерла. А Эдику я... все собираюсь сказать. Только повода подходящего нет. А по телефону такое не скажешь. Правда? Да и он... занятой человек. Нет, нет, нет. Нужно продолжить поиски. Я все понимаю, но мы должны ее найти. Спасибо. Не могут найти тело Пряхиной. Течение сильное. Могло далеко унести. А у меня новости бомба. Ну? Смотрите, что откопал в паспортном столе. Так. Так, Надежда Пряхина, мать, Лора Эдуардовна Райники, отец Сергей Викторович Пряхин. Надежда Райники и Надежда Пряхина – это один и тот же человек. По матери она Райники, а по отцу Пряхина. Как она имела два действующих паспорта на разные фамилии? Вот это вопрос. Зато теперь ясно главное. Надя – законная наследница Райники. Надо найти ее родственников. Соседка сказала, что мать Нади поехала в Хабаровск к сыну. Значит, у Нади есть брат? Ну, по документам нет брата. Я свихнусь с этими Райники. Эдик ваш единственный внук? Да. А что, ваш муж? Он не объявлялся? Нет. Но я никогда не теряла надежду, что Эдуард выжил. Я поэтому написала краской на двери барака, где мы с ним когда-то жили, нашу любимую с мужем фразу, пословицу. Мы с ним над ней так смеялись, так смеялись. Простите. Вы были уверены, что он разгадает ваше послание? Да. Да. У нас с ним были свои тайные знаки. Мы любили загадывать друг другу шарады. Однажды на Рождество он подарил мне маленькую фарфоровую старинную чашечку, а на дне какие-то цифры. Я долго гадала. А потом поняла, это счет в банке, который он открыл на мое имя. О, прекрасный был человек. Прекрасный, щедрый.
Простите. А родственники у него были? Была сестра Хелена. Но только я о ней ничего не знаю. Товарищ капитан, Носиха нашли. Кого? Ну, это тот взломщик, который попал на камеру. Его взяли при попытке взлома квартиры. Пусть везут к нам в отдел. И сразу ко мне на допрос. Понял. Теперь ты понимаешь, да? Угу. Он был уверен, что Марта разгадает шараду. И деньги, принадлежащие ей, не достанутся нынешней семье Райники. Ну да, и никому другому. Совершенно верно. Как найти этот банк? Так. Подожди, стой. Вспомнил. Буквы на фотоаппарате. КФВ. Кредитенштальт фю Видеаувбау. Это крупнейший немецкий банк. Точно. Илья, ты гений. Ну, пусть теперь Греков ругается сколько хочет. Мы выяснили главное. Кто настоящий наследник Рейники? Так. И где лежат деньги? Ты чего? Вы обещали оставить мою семью в покое. Не звонить, не писать, не иметь никаких дел с моим мужем. И... Я звонила, да. Да, поздно, наверное, но у меня был очень срочный вопрос. Так вот, срочные вопросы. В половине второго ночи моему мужу могу задавать только я. На правах жены, ясно? Предупреждаю, за свою семью я буду бороться как могу. Ты Андрея не получишь. Послушайте, очевидно, вы не в курсе, Саша выходит замуж. Ваш Андрей, он никому не нужен, можете не беспокоиться. А вот излишняя подозрительность со временем перерастает в фобию. Замуж? За кого? За меня. Пойдем. Ты с ума сошел? А у меня не было другого выхода. Спасибо, Леш, иди. Если что, позову. Ну что, Виктор Михайлович, Носик. Я ж долго разбираться не буду. Сядешь ты лет на 7, как пить дать. А доказательства? Ну, а вот показания подельничка твоего. Он все детально расписал. Считай, Витюш, руками не тронь. Да. Ну и что ты хочешь? Заказчик кто? Витюш, тебе терять нечего, все равно сядешь. А тот, кто тебе сейфик заказал, будет радоваться жизни на свободе. Поможешь следствию, меньше дадут. Стаговская ведьма проклятая! А это что? Это завтрак. А это для уюта. Вот это, мне кажется, лишнее. Саш, я знаю все, что ты сейчас хочешь сказать, но, пожалуйста, послушай меня. Вчера с Верой я не шутил. В смысле? В общем, я долго думал. У ребенка ведь должен быть отец. А я вполне подходящая кандидатура. Я скромный, талантливый, верный и, между прочим, симпатичный. И самое главное, Саша, ты знаешь, что я тебя... В общем, ты сама все знаешь. Подожди, подожди.
Кто тебе сказал про ребенка? Смешная ты, Корзухина. Я сам догадался. И давно. В общем, дело решенное. Я на тебе женюсь. Здравствуйте. В чем дело? Простите, что без предупреждения, но дело срочное. Кто вам позволил врываться ко мне? Охрана! Охрана! Поберегите нервы, они вам еще пригодятся. Охрана в курсе, что мы пришли за вами. Что значит, вы пришли за мной? Вот ордер на ваш арест. Гражданочка, это же официальный документ. Покиньте мой номер. Я не намерена разговаривать с вами без адвоката. Лень, закрой дверь. Что же вы все так адвокатов-то любите, а? Вы любите, Лисов любил. Только адвокат ему не помог, не поможет и вам. Я не имею к Лисову никакого отношения. Это мы выясним. А еще мы обязательно выясним, по чьей вине погибла ваша сообщница, Надежда Пряхина. Что? Как? Погибла. Судя по всему, мучительно. Альбинчик, нужна помощь. Я кое-что нарыла по семье Райники. Похоже, Хелен, сестра Эдуарда, жива. А, зайдешь, хорошо? Жду. Мне нужен номер счета и название банка. Быстро! Надя, ты же... Жива, как видишь. Тихо. Стой спокойно. Мне терять нечего. Тихо. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас не до звонков, проводить. Надя, я поверить не могу. Давай без сантиментов, ладно? Статуэтка у тебя? Говори, какой банк и номер счета. Я не знаю. Слушай, еще раз повторяю, мне терять нечего. Ты что, хочешь навестить Варвару и Монина? Я же все равно ее найду. Ты жить хочешь? Тогда говори быстро. Где? Где? Там. Где? На столе? Не выйдет, подруга, мне свидетели не нужны. Что, не хочется умирать, да? А придется побеждать сильнейшего. Нет! 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 Не дергайся. Нет. Ноги. Ноги. Руки дальше. Пусти! Сволочь! Пусти! Дыши. Дыши. Так. Все позади. Все позади. Милая моя, успокойся. Теперь тебе надо быть осторожнее вдвойне, детка моя. Вы еще за это ответите. Забирайте, ребят. Уничтожу. Все за все ответят. Елена Фридриховна. Я никого не убивала. Это Лисов. Вам не надоело изображать себя жертву? Почему вы мне не верите? Потому что вы врете. Мы восстановили все перемещения Лисова посекундно. Он не мог быть на лестнице. Момент гибели Варвары. Камеры зафиксировали его в зале. А может быть, и меня тоже не он пытался убить? Я из машины еле вырвалась. Вы опять врете. Видеорегистраторы зафиксировали. Да, вы действительно
ссорились, но это происходило совершенно в другом месте. У реки Лисова не было. Вы приехали на место инсценировки без него. Они все против меня. Лисов, Таговская, я не виновата. Ваши отпечатки пальцев были обнаружены в квартире Саакянца. Я его не убивала. Это Рубен подсыпал таблетки. Ваша нервная система вас подводит. Откуда вы знаете про Рубена, про таблетки? Это Лисов мне сказал. Это ложь. Вы заказали таблетки Саакянцу и оплатили их картой Лисова. Получается, Елена Стаговская, сестра Райники. Угу. Если мы с тобой все правильно перевели, то да. А Надежда, племянница по ее мужу. Скорее всего, Саакянца вышел на семью Эдика Лисова, но не успел им ничего сообщить. Потому что Стаговская, узнав о наследстве брата, который он точно так же скрыл от нее, как от своей немецкой семьи, начала охоту за статуэтками. Пойду кофе сварю. Стаговская и Надежда вышли на Саакянца и стали ему угрожать, требуя статуэтки. Поэтому он и отдал их своим друзьям на хранение, но они вышли и на его друзей. Альбинчик, сделай мне тоже кофе. А тебе свежевыжатый морковный сок. И нечего кривиться. Я беру вас с малышом обоих под строгий контроль. У Стаговской большие связи. Она сделала вам паспорт на фамилию Райники, чтобы выдать вас за наследницу. Но ее люди забыли удалить ваш первый паспорт из базы. Так, с этим разобрались. Как обстояло дело с Варварой? Там все как-то само вышло. Шарф этот под руку попался. Историю с завещанием. Хотела свою долю с этого поиметь. А лишние рты нам были не нужны. Понятно. Потом вы наняли Носика, чтобы он вскрыл сейф и достал статуэтку. Это Стаговская его нашла. А что насчет охраны? Я решила, этот вопрос будут молчать. Так я и думал. Стаговская подкупила охрану, поэтому мы не могли найти видео с камер. Она может все. Да ладно вам, не преувеличивайте. Что случилось в машине? Да ничего особенного. Подрались с Эдиком, пока ругались. Потом он наговорил мне кучу гадостей и уехал, а я... Thank you.
Во время ссоры вы поранили Лисову руку. Его кровь попала на платье. И вы решили этим воспользоваться. Это очень ловко. А я-то думал, вы Лисову любили. Любила. А у меня нет. Что это, месть? Если бы не я, Лисова бы не было. Стаговская сразу хотела его убрать. Зачем ей лишний наследник? А я влюбилась, как дура. Только выяснила, что Эдик меня использовал в своих интересах. Надо было выбирать. Или убить, или подставить. Дальше вы знаете. Да, знаю. Осталась одна статуэтка, чтобы сложить весь код от банка. Зная, что статуэтка наверняка у подруги, вы пришли к Корзухиной. Греков знает про ребенка? Нет. И не узнает. Тогда я сама ему скажу. Не пущу. Ты не сделаешь этого. Детка, я тебе жизнь спасла. А ты мне теперь угрожаешь. Я соберусь с духом и скажу сама. Обещаю. Да, все правильно. Добилась вот, все-таки своего. У нее хороший адвокат. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Вы меня еще вспомните. Елена Фридриховна, мы вас никогда не забудем. Тем более впереди у нас долгие встречи, допросы. Я вас засушу. Вряд ли у вас будет повод. А вот у меня есть все основания вас посадить. Пряхина дала показания. Как Пряхина? Вы же сказали... Мерзавец. Какая же вы дрянь. Лжец. Приберегите свое красноречие для суда. Для меня тоже было неожиданностью воскрешения Нелли. Она не могла. Не могла. Вам не понять. Родная кровь. Моя девочка. Ну, как говорится, яблоко от яблоньки. До скорой встречи. Спасибо, пришел сказать. За что? За то, что ты участие принял. Если бы не ты, мы бы надолго зависли с этим делом. Да ладно, это ерунда, только я больше ни в чем таком участвовать не буду. Теперь точно. Есть одно обстоятельство, ты должен знать. Я... О! У нас гости. Прекрасно. А почему вы стоите на пороге, проходите? Что я должен знать? А я слышал, вы скоро женитесь. Поздравляю. Спасибо. А вы знаете... У нас с Сашей есть тоже две новости. Одна хорошая, а вторая очень хорошая. Мы женимся.
у нас скоро будет ребенок.